Да исполнится уста наше хваление Твоего, Господи, я когда поем славу Твою, я Господу велисимно. Причислитесь святым Твоим, божественным, бессмертным и животворящим тайнам. Соблюди нас во Твоей святыне. В крещении 19 января в Абакане совершается крестный ход сюда, к реке Абакан, от Никольского храма. Здравствуйте, как у вас настроение? Замечательное. С кем вы сегодня пришли? Это ученики православной гимназии. Христос крестился. Большой очень праздник, очень большой праздник. И мы вот настолько рады сегодня здесь быть. Вот. И ребятишки, посмотрите, с каким настроением. Сегодняшний день означает? Ну, это великий праздник. Вы с ребенком, всей семьей, да? Ну нет, не всей. Не всей. А вообще вот крещение, какие у вас дома традиции? Ну мы ходим в храм, набираем воду обязательно. Накануне 18 января спасатели предупредили горожан, что уровень воды на реке Абакан поднялся. Поэтому наблюдать за чином освящения воды верующие будут с берега. И веселье вечное над главою их, хвала и радование, и веселье постигнет их. Он мил. Так оглаголит Господь, жаждущий на воду, идите, и лица не имайте сребра, шедши купите. Так его князи повелит их во языце, все языцы и же не видят тебя, призовут тебя, и люди языцы наши, не к тебе прибегнут. Ради Господа твоего и сына Израилева, яко прославить тебя, зыщет вашего. Благословен Годовым Господне, Бог Господь и весь нам. Благословен Годовым во имя Господне, Бог Господь и весь нам. Благословен Годовым во имя Господне, Бог Господь и весь. Во время оно прииди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане. И Абия, восходя от воды, видя разводящиеся небеса, и дух, яко голубь, сходящий на нь, и глаз бы с небесе.
Ты есть сын мой возлюбленный, у нем же благоволи. Слава тебе, Господи, слава тебе. Миром Господу помолимся. Вышнем мире спасение души наши, Господу помолимся. Во мире всего мира благостояние святых Божьих церквей и соединение всех, Господу помолимся. Великом Господине и Отце нашим, святейшим Патриархе Кирилле, и о Господине нашим, Высокопреосвященнейшем Архиепископе Ионафане, в честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причти людях, Господу помолимся. Во Иорда крещающийся тебе, Господи. Во Иордане крещающийся тебе, Господи, крещенные Духом Святым, явилась Святая Троица, и сам Бог, и сам Иисус Христос крещаемый, и Святой Дух в виде голубя. Вся Троица здесь, и мы все рады. Мы в храме, мы молимся, радуемся, обливаемся водичкой, пьем ее и на весь год запасаемся. Стоит вода святая каждый день после молитвы Христу Господу нашему, когда помолишься, и водички попьешь. Пьем, умываемся, детей умываем, если они испугались. Я каждое утро ее пью. Здоровье, самое главное здоровье, а остальное это мелочи. Добра, счастья, здоровья тоже. Главное здоровье, чтобы было у людей. Думаю, вот этот дом закупорить.